Только вкус отечества без консервантов и ГМО. Предпосылки к закрытию границ для ввоза импортных кормов появились еще в прошлом году. Тогда запрет коснулся лишь двух компаний. К 2021-му масштабы выросли. В черный список попало 10 стран. Однако, как сообщают региональные эксперты, животные разницы не почувствовали, а прилавки зоомагазинов не поредели. Несмотря на то, что запрет коснулся диетических кормов, регион может похвастаться своей линейкой, которая не уступает в качестве. Она идет именно и для здоровых животных, и довольно много у них вариантов для больных. То есть с заболеваниями печени, с заболеваниями, например, эндокринной системы, для пищеварения, для суставов, для всего. Так есть ли разница, чем кормить домашнего питомца? Хозяева четвероногих считают, что ключевую роль в выборе корма играет порода, а главное – вкусовые предпочтения любимца. Собак чаще всего кормят с общего стола. Для кошек берут сухой корм. А если хотят побаловать – паштет или рагу. Мясокостный остаток для собак, для кошечек берут. И головы куриные, и ноги куриные. Ну, все берут. Так что все у людей по финансам. Кто что ест, а кто-то не ест. Печенку любит, например, одна куриную. Одна ест сухой корм, и это на улице и всех нас. Мы питаемся с одного стола, плюс Феликс. Угу. А вот с одного стола именно чем? Вот кашкой. Мясо? Кашкой. Ага. Вот. Придерживаемся здорового образа жизни моей кошки. В свою очередь, ветврачи рекомендуют не чередовать корма с натуральной едой. Выбирая уже готовый рацион, стоит обратить внимание на состав. При выборе индивидуального питания, особенно в случае болезни, лучше всего обратиться к специалисту. Чтобы он собрал анамнез, отталкиваясь от анамнеза, уже подбирается конкретный корм. То есть, например, для стерилизованных, чтобы не было набора массы избыточного. Если, соответственно, есть какие-то именно заболевания, опять-таки, все для профилактики этих заболеваний. Чаще всего врачи предлагают отечественную линейку для кормления, а потому запрет на импорт не ударил по динамике лечения. Более того, для ульяновского рынка иностранные корма оказываются просто не по карману потребителя. А ветврачи сходятся во мнении: лучшее производство то, в котором уверен. Александра Никитина, Владимир Куликов, Улправда ТВ.